несколько слов о матче. Первый тайм Dream Team вроде бы зацепился и добился с футбольным клубом Эльбин. Во втором тайме как будто бы посыпалась команда, а может быть Эльбин поднабрал. Ну, твое мнение на этот счет. Да, во-первых, всем салам алейкум. Да, вначале хорошо играли мы. Потом, скорее всего, сказалось усталость. Ну, Эльбин крепкая команда, она каждый год занимает высокие места. Вот. Ну, наш состав тоже боеспособный. Будем надеяться, что в дальнейшем все получится. Вот. А как оцените работу в межсезонье во время трансферного окна? У вас не очень много новичков, не очень много пришло и ушло. И не хватало ли на скамейке запасных вашего главного тренера Шамиля Магомедова? Да, тренера, конечно же, очень сильно не хватало нам. Его подсказок, конечно же, это во-первых. Ну, наши селекционеры работают, поэтому ищут новичков хороших, кто бы нам помог в дальнейшем. Посмотрим, что все это получится. Вот. А по поводу судейства еще хотел высказаться. Вроде бы матч тура, да, как бы сильные соперники. Хотелось бы, конечно, такого крепкого судью, чтобы поставили, а то много ошибок совершает, которые повлияли на ход игры. Вот. Тельман тоже судит очень давно. Судил он чемпионат Дагестана, судил. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы он в дальнейшем чуть прибавился действий и помогал Dream Team. Новоиспеченный полузащитник футбольного клуба Эльбин Мухаммед Эль-Хафет. Несколько слов о матче, что понравилось в исполнении твоей новой команды, что не понравилось, и вообще несколько слов об игре. Ассаламу алейкум. Сегодня матч, это нормально, хорошо, красиво. Нормально, Азию, да? Кстати, интересно зрителям тоже, какую страну ты представляешь и как вообще оказался в футбольном клубе Эльбин? Там Мавритания, это играет один лига, чемпион. А сейчас я здесь, Россия, из Махачкала, я играю там и команда Эльбин. Шалайку вместе. Вообще, кто команду тебя привел? С кем у тебя было знакомство и кто привел тебя команду? Айнулайкум. Команда, да. Там на стадион. Я играю там тренер Юрий. Айнулайкум. Скажите мне, идем то. Команда Эльбин. Ну и ты мог бы на своем родном языке передать привет всем фанатам Эльбина и несколько слов им сказать? Я сейчас не знаю. Я сейчас научу язык русский. Потом вам играть я хочу. Команда профессиональная. Года. Да. Спасибо большое, что согласился, Мухаммад, на интервью. И желаем тебе успехов в футболе и команде Эльбина.